Ну вот как я здесь сижу, показываю. Сижу, озаглавливаю видео. Вот там волновалась травка. И все еще волнуется. Знаете, что я больше всего люблю? Ну не больше всего, а люблю. Весь ветер ночью. Когда тьма и дует ветер при этом. Особенно хорошо это на моей дикой исследовательской станции. Вот, а это американский пейзаж. Видите, солнышко ложится на такую, в Лос-Анджелесе, значит, задняя часть какого-нибудь ресторана, где какой-нибудь юный Джеффри зарабатывает себе на порцию чего-нибудь. Не буду говорить чего. Это там Симферопольское шоссе. Это вот эти ребятушки на переднем плане мчатся в Чехов. На заднем плане мчатся в Тулу. Чехов тут, рядом. Это заправка Лукойл. А это... я. А вот это, кстати, хорошая штука. Зарядка для ноутбука от прикуривателя. Есть вот эти пипочки всех видов. У меня тут была надета другая пипочка для большого ноутбука своего. Ну вот, я посмотрел и для своей малышки нашел спокойно пипочку. А на этот ноутбук я еще сниму обзор, но уже сейчас могу сказать, что я его купил за 18 тысяч. И он абсолютно божественный. Великолепный экран. Звук лучше, чем на моем большом за 50 тысяч Asus. Он шустрый, зарядку держит часов 6 активной работы, если не больше. В общем, я еще про это сниму. А это зелень. Зелень, товарищи.